Да. Где аппарат наш? Капитальный. Выдумся. Поехали. Я патрушками заправился. И готов расщеплять. Вот. О, там этот самый, подожди, чувак, тормози. Нихуя себе, тут этот. Че его не давит-то, блядь? Да он какой-то это, крутыш. Я на него еду, от него, блядь, сворачиваю. Все. Ебать, ты его поволок. Какой-то крутан был. Давай, что у тебя есть? Шкура оленя, нихуя себе. Так, надо пацана развязать, он сейчас нам это. Сделай что-нибудь. Я тебе должен. Ты мне должен. Я настаиваю. Освобождение пленников. Ебать, он что-то с этой изгалялся над бедным мужиком. Нет, нет, нет. Хорош давить мужика, он должен выдать свои секреты, свой тайник. Мужик, что такой шуганный, мать твою, стой ты на месте. Давай, рассказывай. Да, а возьми, знаешь, возьми ствол. Факторию. Кто идет? Кто идет? Бля, чувак, не стреляй, подожди, да я с ним поговорю. Он слишком труслив. Как гребаный кролик. Ты же знаешь, Грейс серьезная женщина. Ее оружие Грейс. Лучшее из того, что можно найти. Если, конечно, оно уцелело в пожаре. Так, лисья чё? Ебать, далековато. Да, далековато. Пойдем на остановку. Выдал важную инфу. Ага. Давай. Прикольно. Так. Да, я выставлю. Тайник выживальщиков. Пошли к следующему тайничку. Чекнем. Так, а чё, дорогу не показывает? А, потому что я задом. Так, стоп. Чё. Всё. Let's go! Блокпост. Так, он сюда. Ну-ка, радио давай такое. О-о! Крутан! О, випа убили. Тихо, где он? Бля, они тут олени, походу, это самое. Бля, горю! Да, они снова. Бля. Я успею сейчас машину уехать? Машина чинится, я на стол кинул. Ладно. Ты подобрал всё, нет? Где, я не успел. Там еще два оленя лежат. Но олени не подбираются. А где этот крутан? Я не вижу. Вип. Кстати, он испарился. А, вот он. О, шкура черного медведя. Две штуки. Зажигательный снаряд для гантона, да? Поехали. Давай. Не торопись, потихонечку. А ты чё, тут надо по бездорожью такой машине и только летать через лес. Под пиздатый музончик. По воде прям так, пулями. Бля, чувак, вот эти штуки. Гаси. Побочки. Вот так вот нахуй их. Ты
Пизда собаки. Ебать, тут рвется все к хуям собачьим. На тракторе, блядь. На траве не ставь. Постарайся на дороге оставить. Ебать, там мы сожгли дом этот, что ли? Или это до нас уже? По-моему, до нас. Я, по крайней мере, надеюсь. Кто там ее гоняет? Оп! Не, это наши, это наши! А че он стреляет? Не знаю. Они в тебя стреляют? Да, они в тебя! Гаси их! Ну это были наши, они, наверное, сагрились, не знаю на что. Дичь, блядь. Че такое? Вон еще и бегут. Крутан бежит. Где-то он в кустах, короче, блядь. Я поливаю, короче. По-моему, ты его завалил, чувак. Или нет? А, не-не-не-не-не-не, вот он, вот он. Он под кайфом, это обдолбыш. Вся пизда ему. Хочешь его добить? А, он сейчас сдохнет. Добил сам. Все. Вип-сектант убит. Что? Мирный житель спасен. Так, ну давайте возьмем. Мы-то поехали сюда за заданием. Грейс давно ушла сражаться с эдемщиками. У нее под домом бункер, а в нем полно снаряги. Нужно понять, как туда попасть и добраться до запасов раньше сектантов. Лисья нора. Кто там опять подъезжает, пацаны? Это наш, короче, наехал. Так, нужно как-то найти лисью нору какую-то. А где-то, где убил этого петушка? А, за деревом, вот он. Что там происходит, Серин? Проблемы. Где-то за деревом. А, вот он. Иди ко мне сюда. Ебать, у него, короче, это... На спине татуха такая, типа, две руки и сердце. Это ты. Ну, он типа обдолбыш. Бля, как сюда забраться-то, я не понял. Ага! А, не-не. Не убивайте гражданских, чувак, не убивай гражданских. Бля, они меня убьют сейчас сами, эти гражданские, на. Помогите! Кто-нибудь! На помощь! Ну ты бинтуйся. Я думаю, что-то вы рвут. Я вводил и выстрел, опять пуля попала сзади, чувак. Да, ты походу перебил всех их. Бля, не понял, как зайти туда? А, во, все понял. Ебать! Что произошло? Да я перепрыгнул через окошко. И, нихуя себе, чувак, тут опасно. Взрывается? Нет, тут типа огонь везде. По огненному дому. И она походу это Грейс ушла и дом сожгла свой. Дальше ты куда пошла, наверх? Да. О, я нашел. Вот он, бункер ее. Ебать! Взрывается, не знаю, но на меня эта крыша упала. Если учесть, что я на крыше стою. А эффект у меня тоже, прикинь, нет. Меня тоже трясет. Охуеть, я перепугался. Вот он, бункер. Тут можно через щелку залезть, кстати. Ты где? Залазь сюда. Пойдем. Чекнем тайничек. Да? Ну, она там подобно письмо. О! Грейс! Ты Грейс! Здесь? Ответь! Скорее убирайся оттуда, ты поняла? Святой поняла! Когда... Тебя. Тех, поняла, кто умеет, блядь, стрелять. Они приходят среди ночи и поджигают их дома. Знаю, ты хочешь дать им отпор. Прошу тебя. О, лисья нора! Неплохо. Так, потрошки. Собаки. О, сейф. Ломаю. Снайперка. Вон все. Да бля, зачем я кнопку отпускаю-то? Что делать? О!
еще баблишка. Так, что за бумажка? Грейс, мы превратили Афганистан в ад на земле. Мы с детства слушали мои рассказы о той войне, и я не думал, что ты захочешь пойти по моим стопам. Но ты это сделала и зашла дальше, чем я. Ты лучше стреляешь, лучше бегаешь, ты лучше меня как солдат, и у тебя есть медали, которые это доказывают. Ты прошла через ту же войну, что и я, и этого не... я этого не хотел. Но я очень горжусь тобой. Я не смог сказать тебе об этом в лицо. Наверное, я не такой храбрый солдат, как мне казалось, твой папа. Мерзкие америкосы убивают всех. Ебанутый какие-то натуры. Да. Это мы превратили в ад на земле, ну, блядь. Да-да-да. Людей мирных поубивали, с мирными людьми воевать только умеют. Пиздец. Да. Суки. Дегенератор. О! О, тут эти сектанты побежали. Я даже ее любимых Миш. Бля, это наша баба была. А, не, не наша. Прикинь, за нашу эту самую села, мразь. Машину. У них тут душ есть, прикинь, нихуя себе душ. Ну, а ты как думал? Все по фэншуй сделано. Ты там шмаляешь, ты шмаляешь? Да, я воюю с этими коробками. И гитару сломал ей. Ну, не люблю, блядь. Да раз, короче. Так, надо машину увезти, а то я немножко тут это... Этот бункер тут похож, знаешь, типа, как на этот, и контейнер обычный. С грузами, типа, в доке там. Или... Ну да, 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 есть такая. Типа, стенки тупо обделали, так, железяк. Довезли, короче, горючку. Да-да-да. Тебе не спастись от коллапса, грешник. Ля-ля, бежит. Ой, ебать, я убил. Надо было его забить. Да он крутан. Тебе не спастись от кола, ебать, он весь татуированный. Ну как типа эти чуваки. Да, ну это... Фанатик высшей категории какой-нибудь. Уважаемый человек. Ну давай, мы на миссии. Не-не, он это самое, как его? Он тайник рассказывает. Победить Витош нужно, пожалку Дона как раз собирались привести в порядок. Но сектанты ее закрыли. Хозяина это не порадовало, и он договорился с сопротивлением. У них там склад. Я бы туда ни за что не полез, а ты, ну, будь поосторожнее. О, тайник какой-то. Недалеко, кстати, тайник выживальщиков. Отлично. Поехали. Сейчас. Капитан хватит. А, ля-ля, пацана. Пацана хотят убить. Сейчас подожди. Там вертик. Я его сейчас просто с кулака заебашу. Хорош. Дружичек, ты чё, давай поговорим. Спасибо, спасибо. Сектанты лишили Мэри моей семьи и пытались прикрыть ее бар в Фолсэнде. Так что у нее лично еще. Там вертик снижается. О! Свалку Дода как раз собирались привести в порядок. Ну, высоко еще чё. Но сектанты ее закрыли. Хозяина это не порадовало. Говорят, там у местного сопротивления склад. По мне так похоже на ловушку. Так что осторожнее там. О! Тайник выживальщиков. Прикольно. Так, а ты что скажешь? Каждый раз, когда вижу знак силы слова «да», мне противно. Я знаю, что значит сказать «да» Иоанну. Да? Увидимся. Ну, поехали. Ебать, тут поразъебал всех. Да, там какая-то каталась, какая-то уебаном тут. Еще, блядь! Ну хуй с ними. Сдохли сюда. Их покрасило сквозь чувака. Вон еще едут. Мать, блядь.
бой какой-то идет. За рулем. Нам тайничок надо чекнуть. Бля, ебать, тут крепость какая-то. Так. Че тут, пацаны? Ну давайте почитаем, что это за тайник. Долот куда-то запропастился, но не думаю, что он будет против, если мы порымся в его запасах. Если включить электричество, лучше смотреть под ноги, там проблемы с изоляцией. Мусорология. Так, надо какое-то электричество включить. Ёбаный, если это... Как нам туда попасть? Нихуя тут крепость, да? Считай, не, блядь... Это, беснуются эти товарищи. Так, надо понять, как туда попасть, чувак. А тут чё, кстати, да? Тут автомат с конфетками. Так, надо что-нибудь скрафтить. Чтобы скрафтить что-нибудь нахуй не нужно, надо сначала... Не знаю, что сделать. Ебать, тут все по-хитрому, чувак, сделано. Че там, блядь, за звуки? Что там за езда все время, блядь? О, блядь! Все, я перепрыгнул. Охуели, блядь. Так, а тут что-нибудь можно сделать? О, может скорость изготовить. Можно силу изготовить. Я понял, как надо было ее взорвать. Вот так, нахуй. Масла из блажи не хватает мне. Из блажи. Так, тебе дальше куда? Сюда, что ли? Нихуя там... Опа! Так. Ой, бля, там какие-то чуваки идут. Где? Огнеметчик, бля, ебать, побежал. Оля, тут к нам приехал этот самый сзади, хуй. Его пацаны заебашили. Да, вижу огнеметчика. Ну я в тебя верю. Что-то они вообще тебе бешеные стали какие-то. Так, теперь надо как-то пробраться. А ты проводам, по проводам или как? Не, просто прыгаешь вон туда, вот. Видишь, где я стою? Вот, и разгоняйся, и прыгаешь на ту хуйню. Опа! Понял. Так. Понял, не дурак, дурак бы не понял. А так. Них, типа засада они, будем оборону держать. О, бля, я дошел до куда-то. Кто не возьмет. Найдите, блядь, тайник, и чё, где тайник? Ниже спускаться? А, типа надо включить электричество, а электричество как включить? И типа ноженьком будет бобо. А, вижу, как включить электричество. Ну пока не буду. А, упал. А, тайник вон там, вон. Иди сюда, чувак. Как же они кипишуют, просто пиздец. Не, сейчас на измене. Это что-то попало все. Не забираться никуда. Ебать, тут можно, оказывается, сзади можно было просто тупо обойти. Охуеть. А, вон туда нужно. Надо подать питание. Ты где? Пытаюсь забраться тут, короче. Ну, давай, я тебя жду. А как ты тут забрался? Ну, по этой кошке. А, ну вот, иди сюда. Куда ты пошел? Ну или кошка можешь. А ты кошкой можешь, кстати, подцепиться вон туда? Ну там нарисовано, а что-то нельзя. А, ну ты тогда иди, прыгаешь на ту хуйню. Вот сюда вот. Вот сюда. Ебать. Куда прыгаешь, Алиш? Дальше сюда вот. А, понял. Ну и теперь туда, там кошкой перецепляйся. Мольба опять какая. Не вижу, кого они ебашут-то. Это же наши, они уже по своим ебашут, долбоебы. Так это же наши. Ебать, ты чё теперь летел? Иди сюда.
Какие же вы тупые, бля, пацаны. Я всю жизнь вам это говорил. Что тупые. Пойдь суды. Бать тут, блядь. Вот тут эта хуйня, а как включить? Где-то рубильник должен быть. Где-то я его находил. Закрыто, нужно подать питание. Да, где же рубильник был? А, ой, рубильник. Так, чувак, уходи из воды. А здесь нужно выйти сзади, чувак. Да, да, я так и попытался. Это типа потайной выход из крепости. Да. Блять, и как мне туда это самое пойти? Через потайной получается. Сзади. Да. Так с кем они стреляются, блять? Сейчас я разберусь с вами. С кем воюем, мужики? Бля, а как мне выйти, я не понял. Тут все на электричестве, покинь. Ебать. Транспорт уничтожен. Тут, походу, мне надо как-то перепрыгивать, чувак. По-хитрому. Бля, я сдох. Это жесть. Тут электричество током бьет, и не знаю, как уйти. А ты можешь эти ворота открыть? Там чуваки с эти есть. Машина с чуваками пленными, блядь. Да хуй с ними, а и так. Тима. Рисни меня. А, ты не сможешь меня, наверное, риснуть. Ладно, тогда я. А ты прям на электричестве лежишь? Да. А отключить нельзя? Не. Все, я сдох. Я около тебя в машине. Там чуваки сзади. Блять, тебе надо сзади зайти, да? Освободи там пацанов. Пацаны, выходите. Ты молодец. Молодцы, сосут концы. Да-да. Как там сзади-то обойти? Сейчас мы попробуем сзади зайти. Ебаный тайник. Крепость такая, прикольная. С потайными входами. Я бы такую бы хотел. Не знаю зачем. От зомби-апокалипсиса. Да, надо было, кстати, ходить, посходить, посмотреть, что там такое вообще было. Бля, и как открыть, что не открывается? А, просто. Так, бумажка. Если вы читаете мусорологию, если читаете это письмо, то знайте, я уже на Кубе, где нет ни бюрократии, ни сраных сидов. Я устрою мегасвалку там, где люди будут это ценить. Берите все, что хотите, я уже получил выплату по страховке в жопу эту страну. Журнальчики, бабло. Огнемет лежит, тебе не нужно? Не. Вот патрошки я бы взял. Все. Чисто. Неплохой тайничок. Бабло. Поимели свое. Так, я могу купить себе глушитель. Ебать, тут походу за это за этот бункер воюют. Где стреляетесь-то? А где наша тачка? Куда ты ее убрал? Они воюют. С медведем там. Так, минутка. Тут это пацан нам хочет сказать питайник. Если бы я не боялся получить пулю в лоб, я бы давно угнал тачку большого Майка и свалил отсюда. Сука. Рвется, блядь. Если бы я не боялся получить пулю в лоб, я бы давно угнал тачку большого Майка и свалил отсюда. Он спрятал ее где-то у своего амбара. Так, какую-то тачку. Кто-то едет на белой стене. Это наш. Давай-ка побазаем. Я не думала, что наш округ сможет так сблизиться, Собак. Но, похоже, ты сделал невозможное. Не, это самое, тут у бабы эти. Попиздил деньги из кассы. Ой, я тут хочу. Иди. У тебя там телефон? Да, я не могу нажать никакого. О, бумажка. Вот вам суровая правда. Ферма Sunrise шла к банкротству, и без щедрой помощи
сидов, мы бы закрылись. Я знаю, что многие из вас не любят врата Эдема и их проект. Но надеюсь, это ничего не помешает. Вертолет, чувак, вертолет. Че, ебашим его. Где он? Где? Ой, ебать он. Пизда ему. Ты мстя, блядь, дара. О, тетка, отойди. А, сука! Дай мне к телефону подойти. О, телефон. Давай послушаем. Ебаный, Чандра, молю тебя. Они перевернули нашу какой жизнь. Снайпер, прикинь. А я застрелил, прикинь, водил. И тебя тоже. Чтобы мог подумать. Ни хрена себе. Нет, я вообще. Тебя крестили. Что там такое? Там, прикинь, снайпер по полю гонялся. Ой, селочную башню, давай я рвану. У меня С4 есть. И он еще в воде водила проезжал нам. Все, пизда. Собака живет. Пойдем машину чекнем. Ой, ебать, бык бежит. Я им жопу пытаюсь пострелить. Патрон для винтовки 10 баксов. Че тут? О, РПГ, чувак. О, можешь патрошки взять. Да, чувак, взял. Пизда, это багнутая сегодня игра. Баг на баге и багом погоняет. Так, че у нас тут есть поблизости? О, тайник, чувак, пойдем в тайник, тут недалеко. Да нет, машина для горим. Ну, почти туда. Нам сейчас я тут точку поставлю. Нам сюда. Ну хуй с ним. Пойдем туда. Орла сбил с первой пули. Нихуя ты снайпер. Да хуя снайпер смотрю. Да. Я хорош. Сейчас орлы будут тут нас похищать. Молотильный санрайз. Ой, ебать, подожди, тут это. Снайпер сидит. Сейчас я его сниму. Ты стоял такой по телефону, пиздел. Пиздишься, скажи, гнида. Че, больше никого нету? Пес, ищи кого-нибудь. Ой, чисто. Дай чекни, что тут за сокровище. Ой, ебать, мой мужик тут такой сидит с пистолетом. Всем, кто сражается с сектантами, эдемщики забрали у меня все: ферму, жену, то, что у меня осталось спрятано здесь, в бункере, и мастерскую можно попасть через потайной вход. Видите, все, и заставьте этих ублюдков заплатить по счетам. Большой майк. Берлога. Тут какой-то бункер у него. Да, блять, навидись ты. We are going for you. Join me, да. Так, где какой бункер, братиш, как в твой бункер попасть? А, я понял, как попасть. Пошли на это, на наверх лезть. Так, а что вы там? Давай сначала чекнем. О, тут это, блин, собака, отойди нахрен, не мешайся, мерзкая псина, мерзкая тварь. Да где не взял собаку? 18 баксов пробашь. Опа, полезли на крышу. Бля, и чё, вы хотите приехать надо вот так тут туда? О, неплохо. Поехали. Я на месте. Сим-сим, откройся. Все хорошо. Так, откройся. Записочка. Не понимаю, почему ты до сих пор не отдал десятую часть овощей и фруктов проекту рядом с твоим гаражом. Этот прицеп, загружай его вперед. Терпение Анна не безгранично. Майкл, поверь, тебе лучше не водить его из себя. Окей. Так, ну это не то. Где бункер? А, я понял. Ну-ка. Реально, что ли? А чё он какой-то багнутый, жопа у меня. А у тебя жопа есть на этой машине, нет?
Прикрепить транспорт. Ой. Чё, у тебя есть здесь кузов, нет? Да, есть, а чё? А мне нету, прикинь, прозрачный. Ля-ля-ля, там этот, короче. Буйвол, блин. Я подцепил. Бэк ему попал, бля, раз-два. Она не пролезает, чё? Да. А, да, ты всё, ты сдвинул, больше не надо. А, ну и нор. Покайтесь. Пицца. Пицца. Винишка. Аптеку, отлично, а то я потратился. Компьютер разъебал. Клава прям как у меня, бля. Ну и где тут, чё тут? Не понял. Здесь грязь там. А, еще лестница, подожди. Это не то, наверное. А, воля, нихуя себе машину нашел. Деньги, чувак, журналы. Машина, деньги, журналы, бля. Голые женщины, движок. Ебать, аппарат, ну-ка, вывезу его. Вывози свою коляску. Не придумал я смарт. Че там, пулемет-то есть, наверное? Нету. Эй, да нахуй. Бля, это патроны какие-то, блядь. О, а тут можно, кстати, машину вызвать. Ебать, машинку с пулеметом можно купить за 7 косарей. Мне, кстати, хватает. Ну, не знаю. А где та машина, как ее вызвать-то? Надо взять ее. Непонятно. Клава испарилась-то. А, вот он, буйвол. А чё, он бессмертный? Я его, блядь, стрелял, он пиздец. Все, он ушел. В лес. Он ушел. О, петухан! Мир иной, я бы даже сказал. Ну я куропатку убил. Перо, неплохо. Ну нормально, короче. Живем. О, там впереди какой-то мужик с квестом. Зато у нас термаш.